Всем привет! Сегодня Данька будет учиться плавать. Итак, друзья, всем привет! В общем, мы как-то раз год назад Даньку отдали на плавание к тренеру. Ну вот, отрывочек. Выдыхай. А выдыхай. И потом мы как-то забили на эту тему, хотя хотели записаться к тренеру и также учить Даньку плавать. Данька плавает сейчас вот так. Вот у него на рукавнике такие вот бицепсы. Вот, ай ты что? Подожди, тут вообще песня. Здоровые лапы. А ну покажи, как ты прыгаешь, покажи. Давай. Раз, два, три, пошел. Вот так вот Даня прыгает, и вот так вот Даня плавает. Но это же читинг. На рукавнике это читинг. Сейчас мы снимаем на рукавнике и будем пытаться учиться с ним плавать. Все, погнали. Раз, два, три. Что-то меня переколошматило, чуть не сложилось. Вы бомбочкой прыгнули. И я средний. А? Пап, я средний. Давай. Не получилось, как у папы, да? Снимай его на рукавнике, пусть плавает. Ладно, снимаем на рукавнике. Ну что, готов? Второй. Есть. А сможешь прыгнуть? Нет. Нет? Боишься? Так, а папа отойдет, а ты туда в следующий конец доплывешь. Давай. Окей. Итак, я буду стоять на нескольких отрезках. Сначала будет небольшая дистанция, где-то вот так. Дальше чуть дальше, чуть дальше, чуть дальше. И потом вообще весь бассейн. Правило следующее. Ты будешь отталкиваться от этого бортика и плыть ко мне. Максимально быстро и не расслабляться. Пока на расслабоне, на чиле. Ну что, давайте попробуем. Итак, первая дистанция будет небольшая. Отталкивайся и пробуй. И давай. Молодец. Повышаем дистанцию. Я стоял здесь, теперь передвигаюсь чуть-чуть дальше. Это почти уже середина бассейна. Давай! Середина бассейна, Лена. И давай, пошел. Плыви. Давай. Не помогаю. О, хорошо. Мама, если что-то не будет туда, я буду их руку поднимать. Если он будет тонуть, он поднимет руку. Если воздух будет заканчиваться, поднимаешь руку, понял? Давай, пошел. Забрызгал. Так, ну что, повышаем дистанцию? Да. Отхожу еще чуть-чуть. Давай, пробуй. Давай. Греби. Давай, пошел. Давай, еще чуть-чуть. Давай. Видала? Ну что, повышаем. Еще дальше становлюсь. Пробуем еще дальше. Я прям... Думаешь, сможешь? Главное, не сдавайся. Набери воздуха, отдыши. Пробуй. Давай, плыви дальше. Плыви. Видали? А сейчас попробуем, чтобы он прыгнул без жилета. Он всегда в бассейн запрыгивает жилет, ну, с нарукавниками и всплывает. А сейчас попробует он прыгнуть без нарукавников. Давай, прыгаешь и всплываешь сразу, понял? Пробуй, не бойся, ты так же всплывешь и ко мне доплывешь. Давай, не бойся, давай, пошел. И поплывешь сразу, не бойся. Первый раз только страшно, потом не будет. И пошел. Пошел. Видишь, не страшно. Еще раз. Ну. Не бойся. И пошел. Плыви. Хорош. Лови к маме. Готов? Давай. И пошел. Давай. Ты видишь, он вот так плывет, вот. Всплывает, воздуха набирает и дальше плывет. Ну да, он не может на плаву держаться. Так, все равно, да? То, что он плывет под водой, это очень круто в его возрасте. Он задерживает дыхание. Ну класс. И он плывет, он учится плавать. По крайней мере, если упадешь в бассейн, то выплывешь. Все, давай. Уже видишь, прыгаешь даже без нарукавников. Только главное без нас не прыгать. Да. Давай. А то научим. Надо чуть-чуть научиться. Плыви, давай. Ой, да уже как рыба в воде. Нормально?
как рыба в воде. Уже переплываешь в бассейн на раз-два. Так, все, вылез погреться. Держи черешню. Я прыгнул и сам такой. Не, ну уже лучше, согласитесь. Слушай, а не хочешь попробовать в очках? Надо в очках прыгать, чтобы ты глаза открывала и тебе хлорка не щипила глаза. В очках проще плыть. Ты так видишь, куда плывешь. Попробуем в следующий раз в очках, да? Сейчас нагреешься, высохнешь, отдохнешь, подкрепишься вам витаминами и попробуем еще, да? Что, может, оттуда попробуем теперь? Нет. Что, продолжаем? Да, туда. Ну давай, я буду со стороны тебя снимать. Это я делаю под ним, Саш. Давай руку, а ты... Понял? Ну понял, понял. Может, сальто попробуешь? Сальто попробуешь заднее уже. Нет. Ну давай, пробуй. Порядок? Давай, смотрю. Обещаешь, что вот так? Если руку поднимешь, конечно, я тебя спасу. Ну что ты? Ну, в самом деле. Ну давай. Так а зачем ты поднимаешь руку? Нет, я ж подходил к нему. Я хотел за руку схватить, а он ее опустил. Что, напился воды или что? Нет. Давай, я тебя подтолкну, доплывешь. Что-то до середины доплыл и не хватило у него. Не подрасчитал, да? Давай, пробуй. И пошел. Реально? Что случилось? Я не могу. Не можешь? Нет. Что, в очках неудобно или что? Да удобно, просто я тону. А, я понял, все. Раз, два, три, поплыли. А если он не доплывет? Быстро. Доплыл! Класс! Ну все, уже без жилета, без... Спокойно, не боится. Так что можно считать, что задаток по учению готов. Так, все, нас позвали на перекус, надо чуть подкрепиться. Ну и продолжим, закреплять практику. О, смотрите, что нам мама приготовила. Вермишельки, салатик и какие-то отбивнушечки. Котлетки. Котлетки. Такие маленькие, я миниатюрные. Вот эту хочу штуку. Такие есть. Это подсветка, она тебе не нужна. Пожалуйста. Ну, с собой бассейн я брать не надо. Ты намочишь ее на работу? Хорошо, я не буду брать. Хорошо. Буду брать, где можно гулять. Смотри, как она подсвечивает. Оп, и хорошо тебя видно. Ха. Вау. Не успел я поесть, он уже вылетел в бассейн. И снова перекус. Не хочет, чтобы снимал. Кушает этот, молочные хлопья с молоком. Ну ладно, кушай. А я превьюшку делаю. Дань, а что ты убираешься? Что происходит? Ну, мы уже в чемодан забиваем, когда мы... Ты куда-то уже... уезжаешь? Нет, когда мы уже проснемся, мы уже будем уже на выездке. Понятно. Даня, короче, убирает свою комнату. Это его была детская комната. Убирает сейчас, складывает вещи. Потому что ураган был. Ураган был? Да, был ураган. Но он собирает вещи не поэтому, потому что мы переезжаем. Сейчас мы пришли, купим какую-то надувную игрушку классную на море, да, чтобы было интересно купаться. И пойдем на море учиться дальше плавать на море, правильно? И вы знаете,
ребятки. Сегодня папа хочет двойку записать как можно поскорее. Он даже бесится. А ну, как мы хотели акулу надувную, да, купить? Да. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так, вот всякие есть фламинго, есть черепаха, единорожек. О, глянь, какое мороженка. Вау. Крокодил. Арбуз. Ну, кого ты хочешь? Ну вот. Ты унесешь его? Да. Он больше, вот, чем ты. Ребятки. Пойдем. Говорит, будет сам нести яйцо. Тяжело ему, падает. Но сам. Сам так сам. Погнали купить. Погнали. Мам, почеши мне вот здесь. Что? Держу. Так жарко, еле дотащили. Мячик, крокодил. И еще продукты, да. Всем привет! Мы с Юлой идем на море. Мы не догадались. Вот такого чужого крокодилка. Вот крокодил. Вот, ребятки, мы уже поесть. И даже не успеваем. А ну ты не командовай, командир! И тебе сейчас так ясно, что тебе даже не покажется. Да, ребятки, очень сара. Тебе не видно потом. Йо-ху! Так, ну что, поменяли локацию. Сейчас будем пробовать учить Даньку купаться на море. Потому что в бассейне понятно, там легко, очень легко. Сейчас будем пробовать на море. Эй, бандит, а ты что на рукавнике одел? Значит, крокодила купили. Данил, снимай на рукавнике. Давай на крокодиле. Представляете, боится. Лен, что твой сын боится? А что ты боишься? Давай попробуем. Давай. Давай с этого прыгнешь. А ну, вставай. Давай. Вот ты боишься. Садись сверху на крокодил. Ты можешь не прыгать, я буду держать тебя. Я буду его держать. Нет. Что такое? Смотри. Ну ладно, а я прыгаю. Куда? Куда? Господи. Ну ты что боишься? Ну, да. Что, не хочешь? Давай, я залезу. Давай. Ты ж так не научишься плавать, если не будешь практиковаться. Давай. Давай. Давай без нарукавников. Не, на море боится. Купили ему, значит, такой вот круг. Ну не круг, а матрас. А он не хочет на нем. Запрыгивай ты. Борт за человеком. Человек за борт. Человек и человек. Человек гигант. Это на помощь. Готов? Раз, два, три. Что? Не надо было? Не надо было? Тю, я просто хотел перевернуть. Перевернул. Ну ладно, все, не брызгайся. Все, поплыли, поплыли. Далеко не заплыли. Меня не перевернешь. Давай. Давай. Даньку лучше спасай. Давай. Давай, давай. Сейчас. Давай, сюда. Плыву я в море. Давай, руш. Так, ну что? Ракетку не держал 100 лет. Ну дай подачу, хоть попробую хоть разок отбить мячик.
Гол! Понятно. Надо камеру поставить. Ладно, сейчас разыграюсь. В общем, по партиям получилось 2-1. Одну партию выиграл я, потом две подряд выиграл Юра. Две партии. Ах, блин, загонял меня. А ну еще боссы на горячей этой плитке. Пойдем, сынок, тут еще Даня пришел, группа поддержки моя. Сейчас еще сходим, переоденемся, потом пойдем на спортивную площадку, на баскетбольную. Вот, немножко баскетбол поиграем. И Данька тоже футбол. Решили еще раз на бассейн зайти, а потом пойдем на баскетбольную площадку. Так, а тут уже не боится Даня. Там волны, маменька. Кого нет? Волны, вол? Маменька. А там что, волны? Да. Плыви туда. А? Сейчас, Даня, залезешь? Нет! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! А вот это не дешево? Да, все. Привет. Привет. Пустишь меня? Вообще ждут. Да. Где? Можно зайду? Давай. Это и стало мужем. Спасибо. Вот так, да, ты плавал? Да. Им плавал?